И тут у меня, вот я показывал ребятам вот эту папку с расстрельными списками по Ольховатскому району, где по каждому селу там от двух-трех, дай салфеточку, до 40 там чем-то человек, мирных жителей расстреляно итальянцами. И причем указано звание, указано должность и фамилия, имя. Причем это оригинал 43-го года, такого ни по одному району я пока не имею, но Ольховатский район, это через который прошла вот эта вся недобитая, как бы, на Дону армия. И мы приходим туда, значит, нас встречает бизнесмен, такой двухэтажный особнячок, рядом храм, и она говорит, вот в этом храме Пушкин своего дядю отпевал. Ну, история, да, вот, Москва, все. И в этом особнячке две фирмы итальянских. Уже после я потом узнал, что одна из них это продает агромашины, там, сельхозтехнику. Заходим, здравствуйте, здравствуйте, Виторий, я Николай. И я прям сходу говорю, да сказала, говорю, Светлана, что вы занимаетесь там проблемами останки солдат Италии переправить на родину. Я говорю, я заходил в Следственный комитет, и мне сказали, если запрос будет, мы покажем, где их прикопали. Это те, которые в Зеленом Яру нашли. В этом вот колодце или там погребе, как его, да? Он говорит, нет, я уже все решил, я уже все договорился, ну, я не стал уточнять там с кем, с чиновниками, ну, он вроде так в разговоре сказал, там, на вокзале вот этот есть, там, поисковик и музей, там, на ЖД вокзале, ну, рядом там, с ЖД вокзалом, ну, между ЖД вокзалом и элеватором. Ну, я говорю, ну, все договорились, значит, ну, и хорошо. Садимся за стол, он нам делает по такой чашечке кофе, вот так вот, где-то так, ну, нормально, по-итальянски. Ну и ждем еще одного итальянского, значит, бывшего гражданина, сейчас он уже гражданин России. Женат на русской, работает в библиотеке Ленина переводчиком. Массимо, ну по-русски Максим. А этого Витторио зовут, ну по-русски Виктор, Витек. Вот, ну и короче, по времени приходит этот же Массимо Максим. И они сидят тут вдвоем, и мы там вдвоем сидим. Ну и они сначала обсуждают фильм, в общем, этот же, который, ну, надо где-то возить, показывать. Ну, они как бы заинтересованы, чтобы этот фильм больше людей сначала увидело, а потом уже его уже в интернете, да. Чтобы были встречи, чтобы там это можно было обсуждать, но они же записывают. Ну и они еще потом и отчитываются за эти деньги, видимо, которые дает Минкульт, да. Что мы вот показали премьеру там-то, там-то, получили на фестивале там призы, да. Ну, это как практика. Ну и я же сижу там, да, все, поддакиваю, вроде как бы в тему, говорю, да, в Росоши мы вас ждем, туда-сюда, все. Вот. Ну и потом как-то это самое, я немножко вклиниваюсь, я говорю, ну все хорошо, только вот говорю, не очень здорово Росер, да, что-то за Росер заговорили. Я говорю, не очень здорово получилось, что втайне от жителей, вот с этим памятником получилось, значит, да, и вроде памятник детсаду, да, оказалось, что это памятник солдатам, да еще с останками и все. Ну и ему это не очень понравилось, я вижу, не очень нравится этому Викторию, Витьку. А он так, знаешь, такого невысокого росточка такой, ну так где-то встретили, говорит, грузчик с какого-то магазина, так по виду. И потом я ему сказал, говорю, вы знаете, в нашем городе живет человек, который родился в концлагере 6 января. А концлагерь передали немцы итальянцам 17 октября. И если бы были итальянские солдаты, итальянская власть такая гуманная, то мы бы сразу в октябре бы выпустили женщин с детьми, беременных, да? Но вы же этого не сделали. Это ты ему говоришь? Да, или? Да. Ага. Я так смотрю, он так заерзал немножко. Не, ну я говорю к тому, что мы понимаем, что да, солдаты ваши погибли, но все должно быть вот по-честному открыто, а не так вот, знаете, там, типа мы белые пушистые, да? Я ему это же говорю. А, он так это, вижу, что не очень ему это нравится. Ну, что-то там еще, сказал за своего друга Фабио, что он бизнесмен мирового уровня. И он не знал о том, что кости захоронили, замуровали в этот памятник возле детсада. А там было еще 700 человек, и значит, эти 700 человек тоже не знали ничего, да? То есть их использовали, как бы, да, там, дружба, ля-ля-ля-ля, а на самом деле там 20 человек знали, что они сделали. Ну, да, мне надо уже работать, типа. Ну, типа, спасибо, до свидания. Вот это Виктор. Да. Ну, Максиму ему там грации мили, типа, большая благодарность.
Ну, мы тоже поднимаемся, люди воспитанные, начинаем уходить. И он-то не знал, кто я. Ему меня не представили. А я посчитал, что я не могу уйти, не сказать, что я тот сам. Да, он сказал вначале, там есть один человек нехороший, вот он там... Против тебя! Он мне говорит. Он мне говорит, вот он там против дружбы с Италией, против там все. А я тогда не стал с ним ничего обсуждать. А тут кофе не дали. Но это еще полдела. Значит, мы поднялись со стола, и я ему говорю, Витор, унаттимо, ну, типа по-итальянски, там, одну минуту. Я хочу вам сказать, что я тот самый человек, о котором вам рассказали вот эти все истории, но это все неправда. И тут человек впадает в истерику. Вы нехороший человек, вы там... Ну, в общем, он что-то начал так это, накручивать себя. Я говорю, у вас неправильная информация. То есть вам... Он начинает орать что-то и там типа... Ну, я боюсь спутать, да? Ну, в общем, кончилось тем, что я и паразит, и я и фашист. То есть я уже, мы выходим в коридор, там площадка личная, а там, значит, ну, уже ступеньки, да? Ну, мы выходим, там висели наши эти курточки, мы одеваемся. Он вслед, вы вот использовали итальянцев, они оплачивали вас там поездки и все. Я говорю, мои поездки, в отличие от чиновников, никто не оплачивал. Я говорю, я езжу за свои руки. Ну, то есть я так пытаюсь человеку, пытаюсь успокоить его. А он себя распаляет. Ты паразит, ты такой-сякой, да? Ну, представляешь, это в нашей стране. А он это, подданный нашей стране? Он итальянец, но он в нашей стране. Живет. Он живет, работает. И он мне вот как бы, да, вот... Человек, который он видит первый раз, о котором что-то ему рассказали, да? Ну ты хотя бы спросил, задай мне вопрос, а вот это, вот это, вот это. Я бы тебе сказал, но ты же в истерике, да, как вот женщина на базаре, да? Я начинаю уже двигаться к лестнице. Эта женщина тоже поняла, что что-то как-то тут закипает. Она идет, значит, впереди, она только на ступеньке спустилась. Я подхожу, значит, на площадке, вот не помню, я или я поставил ногу на ступеньку уже, или еще стоял на площадке. За мной идет этот Максим, Масима. А этот Витор из-за него сбоку размахивается и делает такой типа пендаль, типа пинка мне. Вот это да, на себе. Что это за представитель такой? Дружище. Какая у меня могла быть реакция? У меня правая рука занята, у меня вот с этим пакетом. Я размахнуться же не могу. И Максима стоит здесь сзади меня, я не могу левая размахнуться. И на автомате я мимо этого Максима левой рукой торцом в щели, только бедых. И он заверещал. Охрана, что-то там, ты фашист. И мы двигаемся вниз. Тут летит снизу охранник, мимо меня. Тот, что-то ему там по-итальянски, я не помню уже, но самое смешное, что это все записано на диктофоне. Mm-hmm.